минувшие сутки в регионе подтверждены 4 смерти от COVID-19. Заболевание выявили у 269 жителей Карелии. С 15 октября в Карелии начала действовать система QR-кодов. Теперь при посещении любых общественных мест необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации. Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, организации и предприниматели, получившие паспорт коллективного иммунитета, находятся в режиме наибольшего благоприятствования. Уже сегодня гостиницы, хостелы, мотели или турбазы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут самостоятельно принимать решение о необходимости наличия у постояльцев сертификата о вакцинации, справки о прохождении вакцинации, документов, подтверждающих перенесенное заболевание, либо ПЦР-теста. Детям до 14 лет никаких документов не требуется. Получить паспорт коллективного иммунитета теперь смогут лишь те работодатели, у которых 80 и более процентов работников прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.